Друзья, всем доброе воскресное утро. Погода сегодня замечательная. Я прям вышла и хожу сейчас, наслаждаюсь и думаю, откуда мне начать. Травы очень много, прям хоть коси. Ну, начну, наверное, с клубники, с цветника. Там, смотрю, у меня еще одна роза пошла, ее сорняк топит. Но на улице так хорошо, яблоки вот потихоньку падают. Почему-то они у нас не спеют на дереве, а начинают падать. Огурчики собрала. Вот, потихоньку урожай собирается, малину надо собирать. Ну, в общем-то, дел очень много. Вот просто сижу, наслаждаюсь и думаю, с чего начинать. Ребята, всем хорошего настроения, хорошего выходного и хорошей погоды, как сегодня. Друзья, снова я вас приветствую на своем канале. Ребята, кто смотрит, кому нравится, подписывайтесь и ставьте лайки. Сегодня у нас я занимаюсь обрезкой клубники. Ну, в принципе, как бы клубнику еще рановато резать. Кто-то вот сразу после сбора урожая. Я решила, ребята, что слишком она разрослась. И поэтому всякая гниль здесь уже начинается. Короче, я ее обрежу. Пускай рано. Пускай кто что хочет говорить. Сначала я, как путевый человек, взяла корзину для сбора вот этого мусора. Но потом мне ее мало-мало становилось. И я, короче, ее просто пока складываю на дорожку. А потом все буду это убирать. Так, вот это я пока уберу в сторону. Потому что мне мешает. Вот. Куптиху, конечно, я усы немножко оставлю. Потому что кто-то просит куптиху. Вот усики некоторые. Я их просто вырву. Ребят, можно, конечно, их пересадить по-человечески. Ну, некогда мне. Вот я делаю. Просто вот сейчас на бордюрчик вот сложу. Вот, потому что она куптиха, она дает очень много усов. Вот такие усики. Вот здесь уже вообще на сплошном колом. Куптиха, я ее просто не делаю. Ну, видите, какой хороший кустик, он уже с этим этим. Если я два кустика немножко отрежу, кусты уже пошли. Мне, в принципе, вообще размножать я ее не особо хотела клубнику. Ну, может быть, кому-то надо, посажу. Может быть, кому-то там. Кому-то, может, интересно. Ну, по листьям сразу видно, что у меня кубчика. Вот у нее листья более-менее темные, темнее. Темнее, я на это. Вообще, усы надо брать первые. Первую розетку у куста. Ну, здесь как увидеть розетку? Здесь уже сплошные усы. Вот этот цветок невесты. Тоже красивый, но очень быстро все заполняет. Вот она, кубчиха. Здесь уже у меня усы пошли, не росли, и уже большие взрослые кусты стали. Почему я решила отрезать, порезать его? Потому что, ребята, его уже можно обрабатывать. А то гоносиков всяких видите ли. Сейчас мне решилось пока рано. Обработать, прорыхлить, подкормить, и тогда клубника наберет уже очень сильный. Так, я там порежу. Но с этими дождями, такой погоды, столько травы, это просто невозможно. Два дня, не будешь палить, уже все, уже столько травы вырастает. Можно было. Вон, понимаешь, что здесь уже и гниль, и улитки. Хочу отрезать чего-то лишнего. Вот его обработать. Чтобы потом по осени было еще раз можно обработать. Чтобы улитка зима шла чистенькой. Вот что, столько усов. Вот это уже куптиху. Не знаю, как кроты будут, не знаю, кто-то. Эти пленки. Поэтому такие ствол лучше обрезать. Тут слизни разводятся.
потом субботу надо отнести на капустную яму. Иначе вот этот долбанутый выберет все покушать. Вот за Алешей надо было ходить прям по следам. Короче, срубил он мне розу. Только роза набрала бутоны. Я ее хотела пересадить. А Алеша мне ее взял и рубанул розочку. Сказал же, аккуратнее. Алеш, помаши рукой. Ну ладно, я ее пересажу все равно. Фух. А так с Алешкой навели порядок. Алеша, вот только имейте сюда, на мои цветочки. Ну вообще красота. Сейчас еще вот это. Столько сена. Сейчас все уберу. Короче, пипец. Друзья, у меня сегодня пирог с земляникой, с лесной ягодой замороженной. Вот, тесто я сама сегодня не стала делать. Ну, не стала делать, знаете, потому что маргарина нет, хозяюшка. Я люблю посыпной пирог с ягодами. Вот, когда маргарин растираешь с мукой. Вот, такой люблю пирог. Но у меня нету хозяюшки. А любой другой маргарин не подходит для таких дел. Поэтому у меня слоеное тесто сегодня. Ну, я не стала больно большой раскладывать, нам с Алешей на двоих хватит чая попить. Вот, и хотела спросить, ребята, кто спасается как от того, что ягоды текут? Я вот ягоды разложила, посыпала сахаром и картофельным крахмалом. Кукурузного у меня нет, кончился. Вот, можно манкой. А вы чем спасаетесь, чтобы ягоды у вас не текли, друзья мои? Вот, это самый летний пирог, ароматный, вкусный к чаю. Шляпе зачем одел? Ну так, от солнышка. От солнышка? Конечно. У тебя очень даже этот крутой вид, Алеша. Ну, может, мусорщики они такие должны. Одел шляпе, собрался. Повелся, перчатки модные. Ну вообще, крутяк. Ладно, давай, я уже думала, ты пришел, а ты еще и не ушел даже. Thank you.
Ну что, друзья, вот такая красота получилась. Все-таки вот клубнику вырезала, да? Прям так стало просторно. Вот до такой степени я ее обрезала, друзья мои. Ну, сегодня не буду, наверное, брызгать. Завтра, возможно, побрызгаю. Вот так я ее прям обрезала. Она еще до осени листики пустит. Но зато хоть земля немножко это освободилась. Цветочки так рядочком поставила. Ой, ну все-таки как красиво, как хорошо. Лилия цветет. Вот у этой лилии такой запах прям обалденный. Вот. А это вот мне сегодня Алешка рубанул розу. Я вот ее сюда, я ее, ну, хотела уже пересаживать. И тут он мне этой косой-то и прокосил все. Ну, а сейчас это хочу, знаете, друзья, хочу я немножко этот пруд почистить вот от травы, вот от этой, которую здесь сбоку. Кстати, карасям вот эта трава очень нравится. Они там прям бултыхаются, их и порой даже видно бывает. Ну, вот сейчас я подошла и, ну, напугала, видимо. Вон даже пузыри пускают. Короче, вот эту траву немножко это уберу сейчас ножницами. Сильно обросло все. И даже прудика не видать. Хотя Алеша против, но я думаю, что надо. Не знаю, вот тогда тигр так хорошо растет. Может быть, это тоже его постричь. Ну, короче, работы полно. Вот сиреневый флокс начинает цвести. И что хочу сказать. А травы все равно много. Ее чистишь, чистишь, она растет и растет, эта трава. Вот и дальчики. Вот здесь травы опять полно. Короче, сейчас пруд почищу, и, может быть, здесь вот сорняки тоже. Хотя вот смотрю, многие уже чеснок убрали. Вот эта трава, ее надо быстрее убрать, пока она свои пушинки. Вот, все сеется потом, еще больше сорняка. Короче, один раз проходишь, уже потом опять надо полоть. Но здесь вообще красота. Короче, за работу, за работу. Покушали с Алешей. Алёшке завтра на работу. Вот. А я вышла в огород. Ну, потому что время-то еще ранее. Чё ж, лежать вроде отдыхать. Как-то мне стыдно время свое тратить свободное на то, чтобы отдыхать. Поэтому я лучше выйду. Вот это белый флокс. Кстати, вот этот флокс тоже какой-то флокс. Вот, ну, этот сорняки затопили до такой степени, что он бедный это. Вот освободила сейчас. Может, пойдет. А вот эта травка, которую ночью я этот, выкапывала, не знаю, вот если она приживется, да, можно ее просто пустить, она будет как этот, как коврик. И, кстати, сорняки не растут, когда вот такая трава густо насаженная. Там вот эта была травка и вот этот отчиток. Отчиток тоже он, вот отчиток он, это мелкий отчиток, он так этот густо разрастается. И потом даже сорняки не растут. Короче, только присяешь, уже работы полно. Это что за цветок вышел? Я что-то не знаю, что это за цветок. Какой-то собирается цвести. Ну ладно, мне не жалко, пусть цветет. Короче, опять надо что-то делать. Вон травы здесь полно опять. Ладно, чем-нибудь займусь. Время еще есть. Кушать готово, так что... Ну вот здесь растет выскочка. Я ее тоже немножко обрезала, она уже отцвела. Сейчас ее не будет. Ну не всю, конечно. Так, корни немножко расставлю. Ну корни-то останутся, естественно. Но просто вот эта трава слишком много. Ее уже. И мне не видно прутик.
опять трава, она очень быстро растет. Вот там цвести начинают. И все семена выбрасывать. Вот, уже что-то, сейчас еще немножко сзади. И потом, ну, может быть, еще переставлю эти. О, горшки. Ну, более-менее хоть видно. Надо же, а то правда заросло все. Вот такой трудолюбивый, о, любитель садовод. Ну что, идемте со мной по огороду. Друзья, вот сейчас немножко солнышко село. Чуть-чуть, ну, еще не село даже. Просто, как бы, чуть-чуть жара спала. О, а травы все равно много. Вон.
за моей спиной в грядке. Фу, я так и морковь не прорезила. Не знаю, что там вырастет. Ну, короче, выберу, как всегда, крупную. В принципе, мне много не надо. И свеклу. Короче, на следующий год, друзья, скажу по секрету, буду сажать половину грядки свеклы, половину грядки морковки, потому что мне столько не надо. Вот так вот. Фух. Вот здесь вроде ветерок подул. Хорошо. Ну, какая картошка. Ну, на ней жуки сидят. Возможно, может быть, не знаю, но может быть я еще обработаю сегодня. Сейчас. Вот так вот. Везде успеваешь и на кухне, и в огороде, и везде. Смотрите, какая прелесть. Ах, какие цвета красивые. Как эта роза называется? Не знаю, может быть, ее тоже стоит пересадить. Вот туда. Там, ну, я вот думаю, что там у меня все-таки будет розарий вот с этой стороны. И клубника вот здесь вот, где цветы, вот на этой части. Клубника тоже не очень. Но я оставила там пару кустиков, но, возможно, я вообще ее уберу отсюда. Вот они здесь вот. Потому что я хочу вот здесь вот, на этой половине, полностью, чтобы были розы. Вот так вот. Ну ладно, друзья, еще работа есть. Потом еще включусь, поснимаю. Я не прощаюсь, вечерняя болталочка ждет вас. Вот она все обрезала. Вот клубника где. Цветник во все почистила. Вот чеснок, где это стояло, и все убрала. Вот там тропинку вычистила. Ну там еще, конечно, тоже полно, но хоть по-человечески. Вот тут все почистила, там все почистила. Короче, вон целая гора травы. Алеша там покосила немножко тоже все. Вот, вот так под ноль все промсало клубнику. Ну вот зато, смотри, как красиво. Целый этот. О, красота какая. Хоть цветы видать стало. Мочевина. Не знаю, в этом году почему-то розы слабоваты. Короче, пока еще середина июля, можно слабенькие растения подлить мочевиной, чтобы они нарастили. Так, поливаю по-важному, потому что еще не успела земля высохнуть. Поэтому вот слабые розы. Там роза тоже пролила. Не знаю, почему слабые. Ну, да, тебя заодно полью. Так. Короче, что слабенькое, мне кажется. Эту полила, вот это вот, которая сегодня обнаружилась у меня, видите, вот базальные побеги вышли. Вот эту, которую мне Алёшка сегодня срубил. Поливала. Ну так вроде у меня здесь нормально все. Вот этот папоротник можно полить. Ну что, вот это кашпо пустое. У меня там есть цветочки. Пару штук пересадить, что ли, сюда. А, слушайте, у меня здесь такой красивый бурдулак. Вот он, зацвел даже. Вот, махровенький. Я его сейчас туда и пересажу. Пусть живет и радуется. Ну и вас остатками.